Кандидат на пост президента США Дональд Трамп отказался от нового раунда предвыборных дебатов соперницы от демократов Камалой Харрис. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social. Он объяснил свое решение тем, что проводить повторные встречи уже слишком поздно. Республиканец напомнил, что принял прошлое приглашение от Fox News для проведения дебатов с Харрис 4 сентября. Но тогда она отказалась. Трамп считает, что его популярность среди избирателей и так растет, особенно в ключевых штатах.